И за 990 рублей мы представляем набор ножей «Шотландия». А, вот ты сейчас режешь этим одним представителем из этого набора. Какие ощущения? Ощущения легкие, а самое главное, что посмотрите, как... во-первых, сразу мы показали вам лайфхак, как можно порезать перчик. А во-вторых, посмотрите, как, какой богатый набор. Тут можно расфантазироваться и получить истинное удовольствие. Я еще так, раз бы хотел продемонстрировать. Ну, у нас в наборе есть вот такой вот шефовский ножик, топорик. Какой тесак целый. Да, ну, пожалуйста, вот мы можем посмотреть, как он работает. Это острый перчик. Это очень острый перчик. После него, естественно, вам не нужно трогать глаза и рот. Но посмотрите, как он легко. Пожалуйста, вот мы от перчика переходим, да, к обычному болгарскому перчику. Посмотрите, как легко и быстро. Я очень затрудняюсь в разделке курицы, вот на ножик. Каким-нибудь ножом здесь можно это делать? Вот разделка курицы? Да. Вот так, смотри, вот этим же лезвием ты просто берешь и поднимаешь. То есть можно резать так, вот так. Есть техника резки. А можно курицу разрезать вот так. То есть техника резки абсолютно разная. Мы, допустим, берем огурцы. Но не всегда всем хозяйкам удобно огурец резать вот таким вот тесаком. Здесь есть вот такой вот прекрасный нож. Обычно как классические хозяйки? Вот так, да, делаешь? Нет, мы можем сделать это намного удобнее, интереснее. Огурец можно разрезать вот так вот вдоль, после чего мы его кладем раз, два и начинаем опять-таки же вот эту вот техника резания. Ой, слушай, как интересно. Да, у нас очень компактно, очень легко и очень удобно. А самое главное, что в тот момент, когда у вас нож притупился, вы можете взять вот такой вот специальный затачивающийся нож, как его хотите. Да, конечно, и вот так его немножко подвести, немножко подточить. Это очень удобно для того, чтобы, если вы пользуетесь и любите готовить мясо, всегда необходимо при резке мяса всегда подточить нож. Также мы с вами успеем, надеюсь, поговорить вот про этот замечательный нож Майрон Бош, если хотите, вот так назовите. Да. Вот они, те самые нержавеющие лезвия, вот она, та самая волна, которая работает и прекрасно для того, чтобы мы что, могли резать хлеб, конечно, круассаны, булочки. Ножницы тоже идут в комплекте. Отлично. Итого еще у нас поставка. Пожалуйста, давайте все это вот так вот соберем. То есть у меня здесь ножницы, точилка, один маленький ножик, средний ножик, большой нож, нож для хлеба и еще и тесак. И удобная вот такая вот подставка деревянная. Вот такой красивой упаковки вы получаете. Лот 24 263. 990 рублей за такое количество предметов.